Неосторожные слова стоили Аслы Бикералу главной роли в ожидаемом фильме. Дуже сыграет главную женскую роль в картине, посвященной жизни одной из самых ярких звезд турецкого шоу-бизнеса. Продолжается подготовка к фильму о знаменитом певце и актере Барыше Акарсу, который ушел из жизни на пике своей карьеры, оставив прекрасную память у миллионов поклонников. Уже на следующей неделе съемочная группа картины «Здравствуй, Барыш Акарсу» начнет работу в небольшом черноморском городке Амасра. Главную роль в фильме сыграет Исмаил Эгеш Ашмаз. Аслы Бикералу подписала контракт с продюсерской компанией и должна была сыграть роль возлюбленной главного героя. Однако во время светского мероприятия в ответ на вопрос журналистов, что она чувствует, снимаясь в фильме с такой трагической историей, Аслы хихикнув заявила: «Что мне делать, дорогая, мои соболезнования?» Отметим, что турки выражают соболезнования в более вежливой форме, и подобное пренебрежение к памяти любимой звезды возмутило поклонников Барыша Акарсу. Из-за поднявшегося скандала продюсерская компания разорвала контракт со Аслы и подписала контракт с Алмилой Адой, известной зрителям по сериалу «Три сестры», где она играет роль Данюши. Именно она сыграет роль персонажа по имени Зейнеп, возлюбленную главного героя. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.